настоящий скуф турнир. Я не скуф, ребята, вообще. Я случайно сюда попал. Поздно. Обратной дороги нет. Итак, друзья, всем привет. Сложно сказать, что это будет. Выпуск новостей ли или просто репортаж со второго скут-баттла, который организовывает Миша Панков в каком-то баре. Миша, как называется этот бар? Так себе люди. Так себе люди во главе с Мишей Панковым собрались в так себе баре, который называется «Так себе люди», и будут показывать так себе борьбу. Это второй скуф батл, и, собственно, и все. У нас сегодня скуф батл 2, мы собираемся в нашем любимом баре, кушаем бургер, пьем пиво и смотрим 6 схваток. У нас сегодня схватка белых поясов, схватка синих поясов, 3 схватки пупуров и одна схватка коричневых. Во-первых, будет интересно спортсмену, у нас даже будет один недоблогер, да? Вот, но в принципе фишка-то в том, что людям пофиг, как зовут людей, лишь бы они интересную борьбу показывали, да? А я сделал так, что борьба будет реально интересной. Я вот специально подбирал людей, чтобы они могли очень конкурентно побороться, плюс наши правила, они способствуют тому, чтобы люди могли рисковать. И позиционно бороться, и рисковать. Что я жду? Я жду веселья на самом деле. Потому что прошлое событие было веселым. Мы учли то, что было очень много народу, было тяжело смотреть, поэтому за счет билетов как раз ограничили вместимость помещения. Будет, в принципе, также много удовольствия, пиво, вкусная еда, интересная борьба, но будет просто комфортнее смотреть. Мне предлагали бороться, но я давно не в трейде. Мы-то это, мастерс там 6. Я сегодня дебют фаврит, видишь? Ты тоже решил под спортика закосить? Я нет, наоборот, скосить, что я не скуф. Типа, посмотрите, молодой упитанный парень такой. Интересную борьбу. В этом плане все понятно. Да, еще раз, кто только пришел на бар и называете свою фамилию и имя, да, получаете там пиво, бургер. Готовимся смотреть борьбу. Что могу сказать, друзья, кажется, нас немножко намахали. Здесь и с скуфом, ну, рефери и я. Собственно, все. Тут вообще ребята с мышцами. С мышцами, блять. Ну, голенькие мальчики с мышцами, блять. Михаил, я скажу тебе честно. Я чувствую, что меня где-то наебали.
Где тебя на***ли, Леша? Где-то рядом, вот, в радиусе, там, не знаю, 10 метров. Где Скуфа, Миша? А это замануха. Мы же знаем, мы же с тобой были в команде ЗОЖ, Леша, мы ездили в город Орел. Мы ездили везде, Рыбинск, Орел, Тула, что там было. В Рыбинск съездили, меня привезли. В общем, после схватки молодежи, ну как молодежи, легких ребят, которые двигались, как в финале ADCC, было принято решение, что на Скуф Баттл при ожирении меньше третьей степени вас не пустят. Так. При отсутствии ожирения меньше третьей степени вас не пустят. Потому что после таких схваток нормальные скуфы плохо выглядят на фоне спортсменов. А это нарушает политику Скуф Баттла. И вообще приходить нужно опухшим. Да, хоть как-то, чтобы уравновесить и дать людям шанс. Приходить нужно опухшим, с трясущимися руками, чтобы хотелось выпить пиво. То есть неделю до этого бухаете, потом приходите на Скуф Баттл, потом похмеляетесь и потом борьба. Проходите допинг-контроль, на входе стоит гаишник с продувалкой, да, такой? Да. Чистых не пускают, значит, худых не пускают. Все по канонам. Выразительный взгляд, как понос я внезапен. Мне не нужен отряд, блеск костра мне приятен. Брызну пивом и вот, разгораются бревна. Что изба, что завод, реагируют равно. Хлебну пивка, костер до неба, язык огня веселит мне душу. Встань в хоровод, шашлык ешь с кебом. Я супербой, в огне не струшу. Нет, пиво пей, пиво пей. Ой, песни, песни, бой. 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 Язык огня веселит мне душу. Встань в хоровод, шашлык ешь с хлебом. Я супербой, в огне не струшу. Нет, пиво пей, пиво пей. Ой, песни, песни, бой. 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 Два вопроса. Когда ты приглашаешь людей, ты сказал сейчас, ребята, я вас приглашу на следующую схватку, на следующий Скуф Баттл, точнее. Когда ты их приглашаешь, они все равно по 5000 скидываются? Конечно. Да, блин, я думала, ты как-то... Настя, чтобы я кому-то какой-то дал денег. Настя, акстись, я Панков. Окей. Я либо за чужой счет, либо за бесплатно. За чужой счет? Это мой второй вопрос. Когда начнут принимать ставки? А если серьезный ответ, да. У меня ученик пишет программное обеспечение для зарубежных казино. Как только мы в Телеграме сделаем бота, способного организованно все это делать, считать коэффициенты, выводить бабки, да, чтобы этот человек сидел с запиской, ну мы сделаем как бы для своих такой удаманскую такую историю. Она должна быть организована по-человечески. А ты в курсе, что, ну, может быть, в Телеграме скоро уже не получится это сделать? Леш, понимаешь, я вообще ни о чем не думаю. Я вот делаю, и все, и оно получается. А будет, оно не будет, мне так пусть. Главное, чтобы крыша была лучше, чем у Паши Дурова, и все. А так что? Да? Я просто не гражданин Франции, мне все равно. Меня в Париже никто не задержит. Хлебну пивка, костер до неба, язык огня. Веселит мне душу, встань в хоровод. Шашлык ешь с хлебом. Я супербой, в огне не струшу. Нет, пиво пей, пиво пей. Ой, песни, песни, бой. 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 До новых встреч!
конце сказать, как мы договорились, да? Да. Еще раз, какой вопрос? Я видел выпуск первого скуф-баттла. Все говорили, что очень атмосферно. Я присоединюсь. То есть движ очень прикольный, все включены. Все внимание на схватки. Куча народ на татами. Кто-то даже выбегает. Такой, сюда делай, делай туда. Там подсказывает, как обычно родители на турнирах делают. Приятная атмосфера, хорошо провели время. Схваток немного, все интересные. Вот, понравилось. Пойду еще. Может, даже поборюсь. Супер! Джиу-джитсу, пиво, бургеры. Что может быть лучше? Только в два раза больше. Я только два раза бургеры успел съесть. А так, в общем, в целом вообще шикарно. Ну, мне кажется, это похоже на CGI-курильщика. CGI я посмотрел, кстати, полностью. Вот на три дня мне хватило, чтобы досмотреть все целиком. Здесь мы помещаемся в рамках одного дня. Слава богу. Дальше больше, думаю. Прекрасный, прекрасный ивент, пивко, схватки, ребята бьются, как будто не за 5000 рублей, как будто они валюты перепутали. Супер, мне очень понравилось. Игорь Михайлович, тут друзья из BJJ Freaks сказали, что ты технично слился с супер схватки, потому что у тебя там кровью и потом, что-то там ученики выступают, бла-бла-бла. Третий скуф-баттл, сентябрь, BJJ Freaks ждут тебя.